Губернатор Приморского края побывал на коммунальных объектах Находки, где за последние дни произошел ряд аварий. Так, котельная оставила жилые дома микрорайона «Рыбный порт» без тепла из-за поломки оборудования. Сейчас оперативно, в том числе совместно с Находкин, с судоремонтным заводом, вот, то есть по оказанию помощи и содействия, создание условий запаса прочности по этой котельной, проведем необходимые работы, выделим городу необходимые денежные средства. По итогам поездки Олег Кожемяка провел совещание и обозначил необходимость реконструкции теплового хозяйства Находки. Мы наметили программу по модернизации тепловых сетей, вот, по газификации. В начале февраля здесь будет уже заседать правительственная комиссия под моим руководством, где мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с весенне-летними работами. Отметим, глава края поручил администрации Находки сделать перерасчет платежей за тепло жителям, у которых оно отсутствовало. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.